Йоу, райдеры! С вами Давид Миронов, и сегодня я расскажу вам о новой поставке комплектующих Kench USA. Наверняка каждый из вас где-то что-то примерно слышал, но толком ничего не знает. Сегодня я постараюсь это исправить. Погнали! Бренд относительно новый и позиционирует себя как производитель топового железа по самым низким ценам. Начнем с педалей. Педали имеют нейлоновые платформы, термообработанную хромолибденовую ось по 10 шипов с каждой стороны, а также два дополнительных шипа по центру для лучшего сцепления с подошвой. В наличии в красном, черном, фиолетовом, синем и супер модном розовом цвете. И правда довольно прикольно смотрится. Я бы даже себе на байк такие поставил, но мне розовый цвет вообще не впишется. Интегрированная рулевая с алюминиевой крышкой и двумя проставочными кольцами в комплекте. Весит всего 107 грамм. В наличии в оранжевом и красном цвете. Топ-лок вынос Kench Hook Pro. Выполнен путем фрезеровки из цельного 6000 алюминия, имеет каленые болты и весит всего 380 грамм. Плотное и при этом очень мягкое седло на системе Tripod. Главным преимуществом системы Tripod перед системой Pivotal является отсутствие отверстия посреди седла, которое не только портит внешний вид седла, но и является слабым местом, так как ткань, пришитая к Pivotal, нередко отрывается. Это хорошо видно на данном примере. Система Tripod решает обе эти проблемы. Вес данного седла составляет 275 грамм, а вес подседела при длине 135 мм всего 107 грамм. Плавно переходим к самому интересному. Вилка имеет фрезерованный шток, интегрированное посадочное место для подшипника рулевой, конические ноги, маленькие стильные и красивые дропауты длиной 25 мм, которые помогут вам при обучении таких трюков, как nose manual и прочих балансов на переднем колесе. Вилка полностью выполнена из термообработанного хромолибдена, имеет лазерную гравировку на топ-кэпе и отверстие под шестой шестигранником. Также к нам приехало два вида грипс. Монохромные длиной 135 мм, весом 120 грамм вместе с брендами. И двухцветные с фланцем длиной 140 мм, весом 138 грамм. Грипсы доступны во множестве интересных цветов. За всеми подробностями обращайтесь в нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Поскольку бренд молодой, отзывов о нем почти нет. Поэтому все детали, которые участвовали в сегодняшнем обзоре, за исключением вилки, будут установлены на мой личный байк. Я буду их тестировать и делиться с вами впечатлениями в своем инстаграм-аккаунте. Вилка у нас всего одна, прислали последнюю, поэтому ставить ее на свой байк я не вижу смысла. Но и на этом еще не все. Мы запускаем конкурс, в котором разыграем вынос любого цвета на ваш выбор. Для участия вам нужно всего лишь быть подписанным на наш канал, группу ВКонтакте, а также сделать репост данного видео. Ссылка на пост с видео будет в описании. Подписывайтесь на наш YouTube канал, чем больше подписчиков, тем больше мотивации снимать для вас новые ролики. На подходе долгожданные видосы с Game of Bike Contest, который мы проводили летом в лучшем скейт-парке Украины, а также многое другое. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока!